Всем привет, дорогие зрители! Нашел около речки трехкомнатную квартиру на одном уровне. Цветочки. Так, и чайка в подарок, куда летишь. Улетела. Так, дорогие зрители! Рядом с речкой Дим, чай. Вот какая красота тут. В этом проекте, который был сдан в 2016 году в эксплуатацию, продается трехкомнатная квартира по очень хорошей цене. Здесь у нас парк. Расстояние с той точки до моря, до песчаного пляжа района Тосмор, скажем, километр максимум расстояние. С двух сторон у нас парк. И той стороне, и с этой стороны. Тихий, спокойный район, свежий воздух. Природа. Ой, какая природа. Так, также здесь у нас есть зона барбекю. Беседка первая, вторая в той стороне. После этого длинного бассейна. Сейчас бассейн закрыт, туда вход. Так, покажем. Вот длинный бассейн, не маленький. Там же стул упал какой-то. Увидел камеру, упал. Так, покажу. Бассейн. О, какой длинный. Где-то 25 метров. 20-25 метров. Ухоженный сад. Из инфраструктуры здесь хамам, сауна. Сейчас увидите. Айда 250 лир. Такой участок. Такие вот цветочки. Бассейн пока что не работает. Квартира находится на верхнем этаже этого блока. Так, здесь теннисный стол. Турецкая баня. И... Закрыли. Все работает по времени, кажется. Да. Вот суббота, ждамы, субботу, с 10 утра до 7 вечера. Воскресенье, мужики, с 10 до 7. Могут пользоваться турецким хамамом, сауной и играть вот в этот теннисный стол. Видно, да, там теннисный стол? Так. Рядом в расстоянии 200-220 метров у нас маркет. Пароль. Открывайся. Так. Вызовем лифт. Так. Требуется ремонт. И нужно убраться. Так, с левой стороны у нас санузел. Большая прихожая, не маленькая. Сюда сразу можно установить шкаф. С этой стороны и с той стороны. Сразу покажу гостиную комнату. Тут треснуло, нужно отремонтировать. Гостиная, совмещенная с кухней. Вот это закрыто. Вот вид с балкона. Сторона здесь западная. Такой балкончик, можно застеклить. Так. 2+1. Здесь у нас первая спальня, где-то 12,5-13,5 квадратных метров.
Также выход на балкон. Потолочек здесь высокий, 2,90. А здесь у нас хозяйская спальня со своим санузлом. Эта сторона уже южная. Но солнышко сюда не подходит, он только вот здесь крутится, там 2 часа, потом уходит за это здание. Жарко не будет. Пачку. Так, и здесь у нас второй санузел с душевой кабинкой. Дорогие зрители, цена этой квартиры 94 500 евро. Ищите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Расстояние этого проекта до моря 560 метров максимум, до воды Средиземного моря. Все. С вами был Касси, сооснователь района начала Кестеля. Всем пока-пока.